Ольга Бергольц. Накануне. Запомни эти дни, прислушайся немного, и ты душой услышишь тот же час. Она пришла и встала у порога. Она готова в двери постучать. Она стоит на лестничной площадке, на темной, на знакомой без конца. Солдатской, рваной, дымной плащ палатки, кровавый пот не вытерла с лица. Она к тебе спешила из похода столь тяжкого, что слов не обрести. Она ведь знала, все 4 года ты ждал ее, ты знал ее пути. Ты отдал все, что мог ее дерзанью, всю жизнь свою, всю душу, радость, плач. Ты в ней не усомнился в дни страдания, не возгордился праздно в дни удач. Ты с этой самой лестничной площадки подряд 4 года провожал тех, самых лучших, тех, кто без оглядки ушел к ее бессмертным рубежам. И вот она у твоего порога дыхание переводит и молчит. Ну, день, ну, два, еще совсем немного, ну, через час возьмет и постучит. И в тот же миг серебряным звучанием столицы позывные запоют. Знакомый голос вымолвит: «Внимание!» Говорит Москва. А после трубы грянут и салют, и хлынет свет, зальет твою квартиру, подобный радуг света и зари. И всею правдой, всей отрадой мира твое существование озарит. Запомнишь все. Пускай навеки память до мелочи, до капли сохранит все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни. Запомни даже небо и погоду, все впитывай в себя, всему внемли. Ведь ты живешь весной такого года, который назовут весной земли. Запомнишь все, и в будничных тревогах на всем чистейший отблеск отмечай. Стоит победа на твоем пороге. Сейчас она войдет к тебе. Встречай!